грустно. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте! Вы все красивые, нарядные. Ждете Нового года? Да! Вот уже скоро, совсем-совсем осталось. А сегодня-то вы что собрались так рано? Неужели повод какой-то есть? Да знаю, я знаю, что не просто так вы сегодня собрались. А собрали здесь лучшие ребята, победители Олимпиад, правильно? Да. Да, молодцы, старались вы весь год, трудились, стали победителями в своих школах, в городе. Но самое главное, я думаю, вы победили самих себя. Именно вам известно, что такое упорство, целеустремленность, что такое вдохновение, что такое творческое мышление и, конечно же, что такое труд, вы все знаете. Потому что вы хорошо трудились, радовали своих родителей, своих педагогов. И сегодня, конечно же, вас награда обязательно настигнет. И я уверен, что и в будущем вы сохраните ту же настойчивость, ту же целеустремленность и будете, как и раньше, стремиться к новым знаниям и новым свершениям и победам. Давайте похлопаем себе. Молодцы. Мы, наверное, приступим, чтобы ребята долго не сидели, а скорее радовались подаркам и наградам. Это давайте скажем спасибо Дедушке Морозу. Мне не хочется отпускать его, потому что подарки получить из рук Деда Мороза всегда очень приятно. Ну а теперь мы начинаем церемонию награждения победителей и призеров. Здесь собрались ребята, которые стали успешными в трех олимпиадах. 14 декабря у нас проходила олимпиада по информатике для учащихся третьих, четвертых, пятых и шестых классов. 19 декабря олимпиада по русскому языку для учащихся четвертых классов. И 21 декабря олимпиада по математике тоже для учащихся четвертых классов. Вы готовитесь вступать уже во взрослую жизнь, когда мы участвуем во Всероссийской олимпиаде школьников. Поэтому сегодня, ребята, у вас торжественный момент, и он впервые проходит в городе, вот такая церемония награждения, когда мы чествуем младших школьников в муниципальном этапе олимпиады. Я хотела бы слово сначала предоставить для награждения, для церемонии, для поздравления заместителю руководителя управления образования Титовой Евгении Владимировне. Добрый день, дорогие ученики, добрый день, уважаемые учителя и родители. Я хочу воспользоваться возможностью поздравить вас всех с выдающимися результатами ваших учеников, дорогие учителя, и ваших сыновей и дочерей, уважаемые родители. Вообще говоря, я, наверное, сейчас имею право сказать, что сегодня в этом зале собралась интеллектуальная элита школ города с 3 по 6 класс. Это очень серьезный и очень важный результат в вашей жизни, ребята. И поэтому я хочу сказать вот еще о чем. В этом году, участвуя в олимпиаде городской, муниципального этапа, победив в ней, став призером в этой олимпиаде, вы защищали честь своих образовательных учреждений, своих школ. Это очень важно. Но пройдет не так много времени, несколько лет, и кто-то из вас будет защищать на уровне Красноярского края честь города. И для того, чтобы это произошло, для того, чтобы это случилось, надо приложить очень много усилий. И в этом году вы показали, что вы умеете и работать, и что у вас хватает знаний, интеллекта, смелости победить в таком важном конкурсе, как олимпиада. Ну, а теперь, я так понимаю, что... Да, вам вручать, Евгения Владимировна. Я буду вручать. Деда Мороза подарки вручать. Да, конечно, подарки. А слово первоначально награждать мы будем по тому, как проходила олимпиада. Первая была по информатике.
Значит, сейчас я представляю слово председателю жюри Олимпиады по информатике для младших школьников Петренко Веронике Геннадьевне. В этом году наша Олимпиада по информатике проводится уже в 16-й раз. Она ежегодная. Ежегодно учащиеся 3-х, 4-х, 5-х и 6-х классов соревнуются в технике, кто лучше владеет умениями работать в текстовом редакторе, умением работать в графическом редакторе, кто лучше освоил основы логики. И хочется отметить, что в этом году мы сравнили с предыдущими годами наиболее высокие показатели по этим направлениям. Детки набрали результаты максимально близкие к тому, что можно было набрать в каждом из олимпиадных направлений. Хочется отметить, что здесь ваша заслуга большая, ребята. И точно так же хочется поблагодарить тех, кто помог вам достичь таких высоких результатов. Победителем Олимпиады по информатике среди учащихся младших классов является ученик Крутиков Ростислав, ученик 3-го класса школы 106. Фото. Поздравляю тебя. Держи. Молодец. Победителем среди учеников 4-го класса является ученик лицея 102 Паксиев Федор. Победителем среди учащихся 5-х классов является ученик школы 104 Ложников Антон. Победителем среди учащихся 6-х классов является ученик школы 90 Королев Павел. Держи подарок. Растерялся. Держи подарок. На радостях подарок за мной. Приступаем к награждению призеров. Призером среди учащихся 3-х классов является ученик гимназии 91 Бегер Марк. Класс Марк, можно тебе вручить грамоту? Грамоту. Я тебе вручаю грамоту, поздравляю тебя с большой победой. Смотрим, на смотрим. Там папа еще будет. Еще один призер среди учащихся 3-х классов, тоже ученик гимназии 91, Грищук Кирилл. Призер среди учащихся 4-х классов, ученик лицея 102 Овчинников Ярослав. Ярослав еще и выполняет функцию папарацци сегодня. Ну, поздравляем тебя. Так, вот тебе грамота. И фотография на память. Призером среди учащихся 4-х классов является Барковская Александра, ученица школы 101. Александра, мне очень приятно поздравить тебя и вручить эту грамоту. Теперь про Дед Мороза не забудь. Там еще и еще есть. Призером среди учащихся 5-х классов является Хворых Виктория, ученица школы 90. Мне очень приятно поздравить вас с вашим выпуском на детстве.
призером среди учащихся пятых классов является Шалагина Полина, ученица гимназии 91. Призером среди учащихся шестых классов является ученик сотой школы Комаров Владислав. Еще один призер среди учащихся шестых классов – Юшкевич Илья, гимназия 91. Илья, поздравляю вручение грамоты призера. Давайте, для успеха. Спасибо, ребята, за ваши достойные результаты. Всего вам наилучшего и успехов в наступающем году. Ну и мне, как Деду Морозу, еще раз хочется сказать, пожелать вам здоровья и счастья в новом году, чтобы вы и дальше радовали своих родителей хорошими результатами. У нас не все еще рано. Ой, Дед Мороз, рано ты прощаешься. У нас еще знаешь, сколько здесь победителей и призеров? Ну так вот, не торопись уже, будь добр, до конца тут с нами. Евгения Владимировна, проходите. А сейчас мы будем награждать победителя и призера по Олимпиаде по русскому языку среди учащихся четвертых классов. И я сюда хочу пригласить Морозову Валерию. Она у нас абсолютный победитель в Олимпиаде по русскому языку среди учащихся четвертых классов. Призер муниципального этапа Олимпиады по русскому языку Шутылева Ксения, она из 104-й школы. Я понимаю, что ее не привезли. Присяжный Егор, он у нас 4-й класс, и 103-й лицея, поэтому здесь. Егор, поздравляю, с вами Дед Мороз, Леонова Валерия, гимназия 96, призер. Орлова Дарья, ученица 4-го В-класса, школа 100. Максим Федор, ученик 4-го класса, лицея 102. Ничего себе, вторая победа. Ветитлова Диана, школа 100. Тоже призер по русскому языку здесь. Может, неправильно фамилию назвала. Ветитлова Диана. Не пришла, а вот. Так, хорошо. Это Вероника. Здесь 102-й лице. Молодец. Вероника, поздравляю тебя. Уже сразу фотографироваться. Поздравляю. Дай руку пожать. Молодец. Теперь Дед Мороз. Солнце Илья, призер Олимпиады по русскому языку. Тоже из лицея 102. Поздравляю тебя, вот тебе грамота. Теперь Дед Морозу. Шульга Никита, школа 90. Здесь Никита. Не вижу. Панин Александр из лицея 102. Молодцы лицеисты. Все пришли за награду. Поздравляю тебя с победой. Держи грамоту. Поворачивайся, Александр. Смотри, вот фотоаппарат. Уракова Алина из школы 101. Поздравляю тебя.
Ну а теперь Олимпиада по математике. Абсолютный победитель Олимпиады по математике среди учащихся 4 классов. Муниципальный этап. У нас Панин Александр, лицей 102. Все грамоты собрал. Держи, Александр. Так, поздравляем. Ну, еще раз мы будем ждать, кто у нас будет олимпиадником старших классов. Так, держать. Мельник Артем, гимназия 91, призер муниципального этапа. Артем, можно? Поздравляю, вот тебе грамота. Тебе и Дед Мороз. Никитин Макар из школы 101, тоже призер муниципального этапа. Синчура Полет, гимназия 103, призер муниципального этапа. Олег, поздравляю. Я рада тебе получить грамоту. Смотрим под аппарат. Молодец. Гета Вероника, лицей 102, призер муниципального этапа по математике. Еще одна победа. Молодец. Еще раз. Еще раз подогадируемся. Менщиков Григорий, гимназия 91, призер муниципального этапа нет. Вот, собственно говоря, все победители и призеры у нас состоялись по всем трем олимпиадам. Поэтому, ребята, мы вас искренне поздравляем. Хорошего вам, счастливого Нового года. Вам, вашим родителям, вашим семьям. Дед Мороз, два слова еще. Счастья вам, здоровья, успехов в будущем, чтобы вы и дальше также успешно учились, участвовали в различных олимпиадах и конкурсах и радовали своих родителей. С Новым годом вас! Здравствуйте!